Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял сопредседателя Узбекско-Саудовского делового совета, председателя правления компании Aqua Power Мухаммада Абу Наяна. Партнерство между Узбекистаном и Саудовской Аравией в последние годы вышло на принципиально новый этап развития, наполнилось новыми проектами и программами. Страны делают все для дальнейшего расширения взаимовыгодных связей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах. Ярким примером подобного взаимодействия являются проекты, реализуемые совместно с компанией Aqua Power. Она является разработчиком, инвестором, совладельцем и оператором портфеля установок по производству электроэнергии опресненной воды с присутствием в 12 странах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. Портфель действующих и разрабатываемых проектов Aqua Power имеет инвестиционную стоимость 82,8 миллиарда долларов США и мощность в 53,7 гигаватт электроэнергии и 7,6 миллионов кубометров опресненной воды в день. Таким образом, компания стала ключевым игроком на мировом энергетическом рынке. За 20 лет достигнут уровень рыночной капитализации, немногим превышающий 350 миллиардов долларов. В портфеле соглашений Узбекистана с Саудовской Аравией почти 70% приходится на долю Aqua Power. Подобное активное сотрудничество в энергетической сфере не случайно, ведь наша республика к 2030 году поставила цель создания более 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии и доведения ее доли в энергобалансе до 40%. На встрече президента Шавката Мирзиёева с сопредседателем Узбекско-Саудовского делового совета, председателем правления компании Aqua Power Мухаммадом Абу Наяном были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества с ведущими компаниями Саудовской Аравии, ход реализации совместных инвестиционных проектов. Главное, что государство с удовлетворением отметил достигнутый высокий уровень плодотворного партнерства с Aqua Power. Подчеркнута лидирующая роль компании в развитии энергетического рынка страны. Сегодня совместный портфель действующих и перспективных проектов составляет более 17 миллиардов долларов. Отмечена важность продолжения работы по привлечению новых саудовских компаний в нашу страну в рамках деятельности делового совета. Отдельное внимание уделено вопросам ускорения реализации совместных проектов по строительству и управлению аэропортами, модернизации цифровой и энергетической инфраструктуры, расширению сетей теплоснабжения, переработке отходов, выпуску фармацевтических препаратов, открытию онкологических клиник, созданию туристического центра, текстильного кластера, развитию животноводства и других. Подчеркнута также важность ускорения работы над проектами по созданию новых энергоэффективных тепличных комплексов,